Приветствую самых топовых подписчиков и зрителей самого топового канала на YouTube «Вокруг Крыма». Ребятушки, сегодня у нас 27 мая. Никогда не думал, что 27 мая буду носить куртку, в которой ходил зимой. Понимаете, об этом даже не предполагал. Немножко уши даже подмерзают. На улице почти там 11-12 градусов. Мы с вами в Судаке. Время 4 утра 40 минут. Вот сейчас специально посмотрел, чтобы была самая актуальная информация. И тут должен уже скоро быть рассвет. Смотрите, вот сейчас с этой стороны из Алчика скоро должно выйти солнце. Вот на фоне крепости. Я приехал на Алчак, взял сосиски. Не нашел курицу. У нас один круглосуточный магазин. Крылышки думал взять. И хочу, возможно, если сейчас встретим лисичек диких, крымских, судакских лис, надо обязательно покормить, потому что они хотят тоже завтракать. Междугороднее такси по Крыму. Только ответственные водители и своевременная подача авто в любую точку Крыма. Самые доступные цены и хорошие автомобили. Запланировали отдых в Крыму? Не забудьте сразу заказать трансфер. Мы на связи 24/7. Вайбер, WhatsApp, Telegram. С нами надежно и комфортно. Так, немножко сделал угол обзора больше. Сейчас пойду по тропе и до самых этих самых, как его, лавочек, беседок. Вот, Эолова арфа. Если вот вы видите, я сейчас вот приближу вот это. Вот это вот, видите, телефон немножко рябит, потому что недостаточно освещения. На самом деле не сильно и светло. Так, вечерние сумерки, можно сказать, но ранний-ранний рассвет. Я вот сидел сейчас в машине, ждал, пока хоть немножечко посветлеет. Ну, по поводу погоды, конечно, не совсем комфортно. Даже в руках вот сосиски, они мерзнут. Сейчас положу их в карман, чтобы уже были в кармане. Так, на входе тропы, которая ведет на Алчак-Кая, ну, гора Алчак наша судакская, она ведет к чертовому мостику, прямо на входе установлены указатели. Сейчас подробно их посмотрим. Информационные стенды, вот так вот. Можете, я вот сейчас фокус вроде бы навел, на паузе все почитать и для себя все понять. Сейчас вот мелкий шрифт, я поближе подойду и еще раз фокус зафокусирую. Картинки вы уже, я думаю, глянули. И текст на паузе уже посмотрите, почитаете. Потом это является территория ООПТ, особо охраняемая природная территория, гора Алчак. Так что все, что вот на этих знаках указано справа, за что запрещено, все надо соблюдать. И соблюдать прям очень строго. Урны. Всегда есть урны, так что мусор сюда никогда не кидайте. Предупреждающая надпись. Вот осторожно, камнепад. Потому что реально может какой-то камушек прилететь. Куда? Правильно, в кукушку. Так, идем. Смотрите, уже как бы все-таки май месяц, хоть и холодно, но змеи уже могут потихоньку вылазить. И здесь тоже могут встречаться, я так думаю, скорее всего, змеи. И надо смотреть под ноги, чтобы, не дай бог, не наступить. Покажу вам, какой открывается вид на Судак. Еще, видите, набережная у нас еще, видите, вот впереди набережная, она еще светится. Еще фонари даже не выключили. Я не знаю, во сколько их, наверное, часов 5 утра выключают. А у нас уже пока без 15. Вот стройка. Вот в районе аквапарка вот отель Дива белый стоит. И вот если взять, смотреть, вот кран левее от крана, это апартаменты строятся. ЖК, вроде бы ЖК Перспектива. Цены там, конечно, не дешевые. Так, на тропе у нас лавочки встречаются. Здесь вообще провести время, отдохнуть, посидеть, покайфовать — самое то. Так, смотрите, я, может быть, буду сейчас идти, я смотрю под ноги. Если
лис не увижу, а вы сейчас увидите в камере, вы мне дайте знать. Вот такой вот вид открывается полностью на Алчак. Сразу мне дайте знать, кричите, бейте тревогу. Там Евгеша. Так, дорога, тропинка здесь достаточно безопасная, удобная. Можно и с детьми здесь ходить, когда будете приезжать. То есть никакого сложного перехода нет. Все достаточно легко. И как бы нормально. Так, мы надеемся, что лисы еще не спят. И мы их увидим. Ну, мы до лавочек дойдем, до беседок. Чертов мостик посмотрим. Посидим на лавочках. Отдохнем. И пойдем обратно. Ролик чисто такой проходящий. Везде стоят таблички. Осторожно, камнепад. Потому что вы опять видели, да? Я еще раз показываю. Я за вашу безопасность полностью горой стою. Да, водичка шикарная, но еще холодная. Обалденный вид открывается на Новый Свет. На Генуэзскую крепость. Гора Перчем, Лыска. Лысая гора, в смысле. И вот на Судак. Шикарный вид. На набережную. На побережье. Так, мы идем дальше. Я просто даже камеру выключать не буду. Потому что вдруг сейчас где-нибудь выскочит какая-нибудь змеюка. И мы это не заснимем. А я очень сильно боюсь змей. Но если я вас, как бы скажу, знаете что? Если я сейчас вдруг увижу змею, больше сюда в жизни никогда не приду. Все, это будет мой последний поход. Я всегда хожу в какие-нибудь места, пока не увижу змею. Вот в прошлом году, когда мы ходили на это кольцо любви, хотели заснять вам, и увидели там змею, и больше я туда уже никогда не хожу. Смотрите, какая чистейшая водичка. Но еще холодная. Примерно 12-13 градусов сейчас в море. Температура воды у побережья Судака. Видите, красота. Я не знаю, вам слышно, как водичка вон плещется там. Надеюсь, слышно. Так, идем дальше. Я еще когда сосиски покупал, продавщица говорит, вы аккуратно будьте с лисами, а то они могут кидаться. Ого, думаю. А если, говорит, укусят, то все. Хоть она, говорит, уже 40 уколов в живот не делают, но какую-нибудь пилюлю поставят, что мало не покажется. Да, и знаете, вот раньше я помню, когда был помладше, и мы сюда ходили гулять, конечно, мусора было очень много, прям вообще тут, там валялись, там горы. Сейчас здесь за этим все ухаживают, лесхоз, вот куча урн. То есть идешь, везде урны, то есть бутылку, бумажку, жвачку особенно. Все надо выкидывать в урны. Так. Ой, кстати, мы знаете, что еще с вами можем увидеть? Дельфинов. Возможно, в море сейчас на рассвете будут дельфины. О, лиса побежала, увидел. Вон, смотрите. Не убегай, на-на-на, покушай. На-на-на-на-на, покушай. Видите, повернулся, и она пробежала. Я тебе покушать принес, иди сюда. На, на-на-на-на-на, на. Сейчас достану сосиски. Вон она, видите, бежит. Красавица, смотрите. Поселились. Так что, если вы идете на Алчак, возьмите с собой, не пожалейте, возьмите покушать. Так, это уже кто-то кинул бумажку. Но мы ее подберем и выкинем в урну. Ребят, прошу, не бросайте мусор, не засирайте нам территорию. Но я это не именно к отдыхающим говорю. Я это говорю всем, кто может кидать бумажки. На-на-на-на-на-на-на. Ты где? А, вон она наверху, видите?
Вот она. О, пошла, пошла, пошла. Иди кушать тебе дам. Иди, сосисочку будешь. Но они откуда-то снизу идут. Они где-то там живут, походу. Прямо снизу вторая подымалась тогда. Лисички, сестрички, вы где? На, вон она ходит. На. Ну, побежала. Ну, иди сюда. На, подруга. Ну, куда ты ушла? Я что, зря к тебе нес, что ли? Надо просто одну ей куда-то кинуть, сейчас ее увидеть. На. Еда. Ты ж голодненькая там, иди сюда. Кстати, поспешил выключить камеру. Хотел сказать, что я жду, когда будет вставать солнце. И когда будет озарять весь вот этот вот наш судак, Новый Свет, все эти горы. Надеюсь, это будет красиво. Надеюсь. А там уже как получится. Да, не выходит. Она что-то куда-то убежала и все. Печально. Ну ладно, надеюсь, сейчас придут. Подождем твою маму, мою маму. Подождем твою мать. Так, ну давайте, выходите. Роднулькины! Ну что, я зря делал такой путь ради вас. Покормить же хочу вас. Не шкуру же у вас отобрать. Шубу, то есть, а покормить. Короче, перечистил сейчас все сосиски. Думал, сейчас пойдет запах, чтобы они по запаху поприходили. Но пока никого нет. Вроде бы ветерок туда дует. Сейчас посмотрим, получится ли красивая картинка или нет. Надеюсь, получится. Уже 5 часов 9 минут, а Яндекс.Погода говорила, что рассвет будет в 5 часов в судаке. Ну, что-то солнца пока нет. Я что-то подозреваю, что оно будет... Не прям с волчка выходить. А может их прям с волчка. Что-то я подозреваю, что оно будет выходить с той стороны откуда-то. С Георгия. Что мне так кажется. Но зарево уже вдалеке есть, по крайней мере. Видите, красота какая. Все, смотрите, сокол уже потихоньку начинает ласкать солнышко. Сейчас чуть-чуть пониже камеру сделаю. Вот так вот. Смотрите, на ваших глазах сейчас все будет укутывать ласковое солнышко. Ласкать своими теплыми лучами. Прогревать горы, города, море. Ну, до моря тут, конечно, еще немножечко долго ждать. Но горы мы сейчас с вами увидим.
Ну что, друзья, вот так вот мы с вами необычно сейчас встретили рассвет. Рассвет в Судаке 27 мая. Обычно мы всегда снимаем рассвет, когда он нам в камеру, солнце входит, да, выходит в камеру. А это прям мы с противоположного как бы места смотрим, как солнышко озаряет горы. Такое явление прям кайфовое. Смотрите, уже немножко на крепость выходит солнышко. Сейчас мы с вами еще чуть подождем. И крепость тоже будет солнце. И солнышко уже достало нашу генуэзскую крепость. Вон девичью башню. Обратите внимание. Уже все греется. Так, а мы что с вами отправляемся искать? Лис, не зря мы же сюда пришли. Будем искать. Пойдем на наше старое место, где они точно были, где мы их уже несколько раз точно видели в лесу. Да, дорожка здесь тоже. Надо обувь хорошую. Шлепка здесь нормально не походишь. Можно подвернуть ногу, неправильно встать и получить травму. Ну что, лисы? Эн Махарги. Это кто такой? Эн Махарги. Может, кто-то из вас знает? Подскажите, пожалуйста. Да что ж ты будешь делать? Что за дорога такая? Чуть-чуть усложняется. Там сейчас зайдем на чертов мостик. Покажу вам чертов мостик. Многие из вас здесь гуляли. Я думаю, не то, что многие, а, наверное, все, кто приезжал в Судак, все посещали этот туристический маршрут. Он очень легкий, без всяких выкрутасов. Так, вот здесь должны быть за чертовым мостиком должны быть лица. Ну, может, где-то бегает тут по скале. Я не вижу. Если увидите, кричите. Сразу кричите: Жека, вон она, слева или справа. Просто я смотрю под ноги, чтобы не травмировать себя. А то вы не увидите ролик. Так, вот это чертов мостик. Сделали его уже в наше время, буквально несколько лет назад. Или, да. Вот он каменный такой, безопасный. И с этой стороны посмотрите, здесь он обрыв. Раньше я еще помню, когда здесь были вот такие вот железки просто вбиты. По ним здесь от одной до второй там были натянуты железный трос. И люди вот так вот перебирались руками. Вот еще железочка, видите? Перебирались руками. И даже слышал, что были случаи, кто-то срывался вниз вот туда и травмировался. Вот туда вот. Да, водичка вообще шикарная, чистейшая. Так что, кто занимается моржеванием, можете смело приезжать уже сегодня в Крым. Так, а здесь вот именно, что вот предупреждают, что камнепад может быть. Смотрите, вот такая вот отвесная скала. И может быть реально камнепад. Потому что вот эти все камни лежат, это все откололось. Вот эти вот, смотрите сейчас. Эти камни, это все обвалы с этой большой скалы. Так, ну где вы, лисички? Кушать? Кто кушать будет? Завтрак! Может, я сильно просто громко кричу? Они этого не любят. Так, кто на завтрак? Подходите, становитесь в очередь. Или вы на диете? Следите за фигурой, держите форму. А? Лисы. Странно, где они все? Вообще не вижу ни одной лисы. Одна вон та вот бегала и все. И то, может быть, две их там было. Потому что второй раз опять снизу выбежала лиса.
Мне кажется, у них какие-то здесь свои территории, границы. Те остались там. Эти здесь, наверное, какие-то другие. Сейчас найдем. Пойдем дальше. Дальше там точно была. И, кстати, вот на том месте, куда мы идем, я ее лично там видел 2 раза. Птички щебечат. Слышите? Чирикают. Чик-чирик, чик-чирик. Да, ходить надо только аккуратно здесь. Что, если вы вдруг решите идти сюда, ну, вы по-любому решите, потому что это такое классное место. Здесь даже покупаться на камнях очень классно. Здесь, там, здесь много мест, где вот именно классно покупаться, с маской, с трубкой поплавать, кто любитель. Одевайте хорошую обувь, желательно с пяткой, сандали какие-нибудь. Потому что подвернуть ногу здесь 3 секунды дел. Даже меньше. Я просто иду, чек. А, вон она бегает наверху. Вон, одна, вторая, третья. Смотрите. Вон, поднимается, поднимается, поднимается. Я покушать вам принес. Идите сюда. Побежали вверх. Походу меня боятся. Или с утра. Может, они уже наелись. Просто ночью, может, какого-нибудь кабанчика здесь поймали. И вон туда сейчас наверх. Жук. И смотались. И были лисята. Не лисы крупные, а маленькие лисята. Знаешь, где-то мамашка здесь должна быть. Кушать, добывать еду. Давайте, идите, выходите. Так, ну что, мы пришли. Так, вот здесь где-то должна быть лиса. Мы всегда здесь ее кормили, даже с Александром Михайленко. Ну где вы? И походу не голодные. Наверное, здесь туристы их закормили сильно. Видите, аккуратно ходите. А, подскользнулся и ногой ударился об камень. Ах, нога болит. Надеюсь, сильно не повредил. Так, ну что, оставлю тогда здесь вам, раз вы не хотите выходить. Одна здесь где-то вот пряталась прям в камнях. Да, хоть бы ничего оттуда не прилетело. То как раз здесь на отвесе, под отвесом стою. Кидаю наверхом туда сосиски, может запах их хоть подманит чуть-чуть. Но в любом случае они потом их найдут и поедят. О, вот так он полетело. Есть. Нога болит, конечно, ударился сильно прямо об острый камень. Покормила лисичек. Так, давайте это здесь оставим. Вот здесь вот тоже он. Она внизу здесь живет. Где-то достанет. Ну, пошлите обратно. И там, которых первых видели, там первым уже оставим. Тоже поедят. Я думаю, поприходят. Чего ж они такие трусишки, а? Смотрите, уже солнышко полностью крепость озарило. Сокол. Новый свет там сейчас уже, скорее всего. Здесь уже. Сейчас там остановлюсь, покажу. Вот тоже бухточкой прикольно здесь купаться.
Вот такой вот свеженький денечек. Смотрите, как все красиво. Так, фокус вроде бы на месте. Все поймал. Так, лист не нашел, не знаю, сейчас вот высыплю здесь, возле камушков. Они здесь у меня как бы появлялись, да, или дальше я видел. Я дальше вроде бы видел, мы с ней шли. Возле той беседки сейчас вот положу, пусть придут, поедят. Раз они не хотят на камеру есть. Нет, скорее всего, это просто сейчас лето. Много туристов сюда ходят, все подкармливают их. И они не голодные. Потому что когда они голодные, они прям выходят, с рук едят. А сегодня они просто сыты. Они наоборот убегают в горы. То они просто там, знаете, так, когда там под камушек раз спряталась и все куда-то. А сейчас прям в горы ушли. Это говорит о том, что они совсем не голодные. Значит, им хватает, что приносят туристы. Нас они решили кинуть. Так, вот здесь вот прям положим на урну. Я думаю, сейчас запах пойдет. И они просто пачками сюда придут. Все равно, это просто они еще и с просони могут быть. Все, вот оставили со синдоса. Давайте, приходите. Поедем дальше домой. Я вам покажу кое-что сейчас увидел. Постараюсь показать. Если что, не переключайтесь. Так, ребят, мы стоим с вами на улице Ешиль-Ада. Смотрите, просто я что хотел вам показать. Здесь что-то ведется, какая-то работа. Или газ ведут, или канализацию. Да я думаю, канализация здесь должна быть. Думаю, газ ведут. Она тут вся перекупана. Вот здесь вроде бы столовка была, да, какая-то или что-то. Вот я не помню, что здесь было. Уже здесь нифига нет. Что происходит? Вообще, буквально недавно здесь были. С Михаленко проезжали тогда тоже. О, так. Это главная улица, которая ведет от аквапарка по всем вот этим вот улицам. Вот эта улица Амитхана Султана, если не ошибаюсь. Которые ведут, улица, которая вот ведет ко всем улицам. Вот Амитхана Султана, сзади Ешиль-Ада. Сейчас будет вроде бы Сахарова впереди. Смотрите, здесь плитку положили на Амитхана Султана с одной стороны. А нет, да, да, плитка вроде бы. А здесь нет плитки. Видите, как-то вот эта дорога делит, я думаю, на разные районы. Да, точно, там вроде бы была столовка. Почему ее снесли и не... Вроде бы, а точно там была столовка. Так, вот это улица Сахарова, да? Да, это улица Сахарова. Смотрите, все перекопано. Ведутся какие-то работы. С этой стороны, с этой вот стороны. А вот какая-то труба лежит, наверное. Да, ну толстая. Может, водопровод какой-то ведут, кстати. Может быть, правда, водопровод ведут. Потому что и к этому дому, что, наверное, к этим апартаментам, вот, смотрите, открываются апартаменты. Ух ты. Вообще, дорога здесь просто перекопана. Была поровнее раньше. Так, здесь ничего нет. Ну, заборы эти были с прошлого года, я думаю, вы наблюдали их. Здесь вот обычно еще машин понаставляют. Туристы, что проехать очень трудно, оставляют одну колею, а с двух сторон, когда машины едут, просто трэш. Так, время у нас уже 5:59, 6 утра, почти 11,5 градусов тепла в Судаке. А мы с вами начинали снимать 4:40, если помните. В начале видеоролика я говорил. Так, здесь куча какие-то ямы. Ай-яй-яй. Так что, если вам не жалко свои машины, приезжайте, пожалуйста, на своих машинах. А если жалко, то оставляйте их дома и пользуйтесь
трансфером по Крыму, который мы рекомендуем каждому, кто приезжает на поезде, на самолете, может, на автобусах, Санап, Наванапу, Сочи. Везде у нас работают наши люди, так что обращайтесь. Не стесняйтесь. Вайбер, Ватсап, Телеграм, пишите, звоните по телефону, как вам удобно. Ну все, туда пошел колхозный пляж. Вон кочегарка, видите, военного санатория дымит постоянно. И это улица Гагарина. Все, выходим, выехали на улицу Гагарина и едем домой. Ну все, так, я просто телефон держу в руках, попрощаться, свою фейс показать проблематично, так что до скорых встреч. Все, следующий ролик, надеюсь, будет еще лучше. Может быть, даже когда-нибудь покормим лис прямо из рук. Все, хорошего всем дня, пока-пока.